Несмотря на мороз, здесь гуляют люди. Местный старожил Нинель Дмитриевна вспоминает. В 80-е сквер возле кинотеатра «Россия» был настоящим центром общественной жизни района. Здесь проходили все большие праздники. Новый год, День Победы, Масленица. Он жизненно необходим для наших жителей. И для общения людей, особенно людей старшего поколения, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями. А наши мамочки с детьми, они тут постоянно, под каждым кустиком летом. Представляете, это такое место, которое вот вчера еще надо было сделать, благоустроить, а не откладывать. По поручению мэра Дмитрия Берникова был разработан проект реконструкции сквера. Сегодня глава города обсуждает этот документ с представителями общественности. Мы очень надеемся, что вы обратите внимание на нашу просьбу, потому что на сегодня сквер превратился в выгул для собак и распитие спиртных напитков по вечерам. А нам очень бы хотелось, чтобы наши жители имели уютный, добротный, прекрасный сквер, где можно было бы отдыхать. Отдыхать здесь будет комфортно людям разных возрастов. Проект включает спортивную площадку с кортом и тренажерами, экстрим-зону, велодорожки. Обсуждается возможность установки столов и шахматных досок для людей старшего поколения. Границы участка останутся прежними, зелени летом прибавится. По всей территории будут установлены камеры видеонаблюдения. Мы, горожане, понимаем с вами прекрасно, что вся наша жизнь протекает должна в комфортных условиях. А что такое комфорт? Скверы, дворики наши, парки. Здесь вы правы абсолютно, но мы на самом деле уже начали работу. У нас практически готов уже сегодня проект. Глава областного центра также попросил авторов проекта уделить особое внимание уборке и освещенности территории. Работы по благоустройству сквера начнутся в следующем году. Галина Тюрнева, Александр Мокин. Новости сейчас.